исторический парк «Россия. Моя история» продолжают удивлять новыми решениями. В день национального праздника ЭСЭХ был проведен священный Алгыс, который открыл удивительную мультимедийную выставку «Арсаха» якутского художника Светланы Иннокентьевой. События проходят в рамках культурной программы 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Сегодня наш национальный праздник, день ЭСЭХа. В этот светлый день мы презентуем очень интересный проект молодой художницы Светланы Иннокентьевой. Это проект «Арсаха», который реализуется с нашим историческим парком, нашими специалистами, совместно и по инициативе дирекции игр «Дети Азии». Считаем, что вот такие творческие проекты очень важно представлять в нашем историческом парке и показывать вот ту силу нашего молодого поколения, которое уважает, ценит историю, культуру своего народа. Мы желаем Светлане Иннокентьевой больших творческих успехов. Ну и всем нам в этот прекрасный день желаем счастья, мира, благополучия и процветания нашей родной республики и ее прекрасным жителям. Поздравить художницу пришел генеральный директор дирекции игр Михаил Сивцев. Он отметил, что данная выставка станет для всех возможностью ощутить себя частью большой вселенской культуры и единения народов. Это командный проект, это объединение людей, которые делают настоящий праздник для жителей, для участников игр «Дети Азии». С точки зрения такой именно площадки, вот, когда появилась идея, безусловно, мы обратились к Дмитрию Ивановичу, потому что единственная площадка, которая может представить возможность классическую культуру передать современным подходом, находится здесь, у нас в городе. Команда музея отлично отработала. На мой взгляд, маленькие работы, они сейчас уже демонстрируются на современных экранах. Сопровождение идет и материальными имуществами, которые могут посетители потрогать. И это, конечно, все сделано руками коллектива музея, который принимает эту выставку. Ну, уверен, что в течение вот этого лета, ну и до конца посетят тысячи людей именно наш музей и поймут, что это музей не просто музей, а еще и площадка, которая предоставляет возможность более современным взглядом, подходами показать нашу культуру, наше видение молодому поколению. Ожившие картины погрузят вас в мир связи человека со Вселенной, заставляя задуматься о своей принадлежности к этому миру. Идея пришла в видениях, на самом деле. Ну, меня ведут как будто. И у нас пришла, а может, мы сделаем выставку? А давай, давай, и все, мы придумали, что нужно видео. А где у нас в Якутске такое есть? И вот так вот все пошло. Здесь у нас представлены сами картины, видео исполнение картин, а также в планшетах есть текстовое объяснение, смыслы картин. А также авторская музыка композитора Моисея Кобякова в моем исполнении, исполнении музыканта Киджа. Я рисовала всегда с детства, я всегда была творческой личностью, можно сказать. Я рисовала и создавала коллекцию одежды, использовала разные техники, я всегда тянулась к творчеству. Но некоторые картины в видении приходят, остальные картины я беру холст, краски, это как я называю это метод потокового рисования, когда я не знаю, что будет завтра. Вот состояние здесь и сейчас. Мы же всегда все предугадываем, предубеждаем, вот ожидаем. А здесь ожидания нету, концепции, идеи нету. У меня чистый холст, больше ничего, только состояние здесь и сейчас. Сейчас я беру там такую краску, здесь я делаю этот образ. И каждый раз страшно, потому что ты не знаешь, что получится. Как и жизнь вся наша, да? И на самом деле это есть состояние. Вот, ну, здесь сейчас обычно все говорят об этом. И этот метод очень помогает чувствовать, ну, себя
гармоничной. Да? И после того, как я начала рисовать, я начала вести потоковые мастер-классы по потоковому рисованию, создала как бы свой метод. Я хочу дальше его развивать, сделать его уже более как методичным. Сейчас просто я сама веду, потом хочу, чтобы это распространялось, потому что очень помогает в психологическом плане, ну, как бы трансформационное рисование. Погрузитесь в путешествие самопознания и осмысления жизни на выставке «Арсаха» в историческом парке «Россия. Моя история» города Якутска. В День памяти и скорби в историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка художника-баталиста Ивана Лебедева «Навечно в памяти живых», посвященная Великой Отечественной войне. Художник использует технику коллажа и в своих работах отражает настоящее лицо войны, подчеркивая, что это трагедия и самое разрушительное событие в судьбах людей. Ну, отражают работы Ивана вот эти суровые годы нашей Родины. Родины – это Россия. Как оно у нас было в жизни на самом деле. С этой стороны оно показано. И это, конечно же, каждая работа по-своему интересна. Особое внимание уделено якутскому народу, его трудовому и воинскому подвигу, подчеркивая неоценимый вклад якутян в победу и возвращение к мирной жизни. Каждое полотно Лебедева – это целая история, пропитанная духом времени и наполненная живыми эмоциями. Благодаря его мастерству и историческим знаниям, зрители могут погрузиться в атмосферу тех лет, ощутить напряжение сражений и величие подвига простых людей. У меня здесь в основном история, военная история. Я знаю, хорошо знаю униформы, все такое, технику тех времен. У меня в основном в коллажной манере картины. Вот такие скомпонованные. Это моя любимая, так сказать, тема. Сейчас буквально сытая Европа забыла, кто их освобождал. Вот. Песня буквально Бернеса. В полях завислой сонной, лежат земле сырой. Ну и была такая песня, она до сих пор звучит. Напомнит мир спасенный, есть такое у них. Я сделал «Не помнит мир спасенный». Выставка «Навечно в памяти живых» – это глубокий эмоциональный рассказ о нашем героическом прошлом, который помогает сохранить память о подвигах наших предков для будущих поколений. В Якутии происходит историческое событие – 8-е международные спортивные игры «Дети Азии», об истории которых рассказывает открывшаяся выставка «Дети Азии. От идеи к истории» в историческом парке «Россия. Моя история». В то время мы как в полной мере, я в полной мере не осознавала, какое важное социально-экономическое значение имеет идея появления, создания вот этих игр. И сегодня, когда прошло уже столько лет, мы видим, насколько это движущая сила, эти игры. И сегодня, когда наши игры вернулись в Якутск в 2024 году, очень многие радуются тому, что в Якутске вновь проводятся эти игры. И мы надеемся, что они у нас будут теперь постоянно и вечно. Выставка рассказывает о вкладе нашей республики в развитие первых детских азиатских игр в мире и ведущей роли первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева в истории игр «Дети Азии». Больше, но мне кажется, очень лаконично, правильно, очень красочно, поэтому сердце радуется. И больше ничего вот такого невозможно сказать, потому что Михаил Ефимович есть, есть его цитаты. Мы видим историю развития игр «Дети Азии» так, как он хотел. Поэтому мне кажется прекрасно. Мы окрыленные, одухотворенные, что историческая справедливость как основателя международных спортивных игр «Дети Азии» в сложнейшие 90-е годы, когда было огромное сопротивление,
оно, мне кажется, здесь прекрасно и очень уместно, и она непосредственно связана с историей международных спортивных игр «Дети Азии». И я очень надеюсь, что много наших отечественных соотечественников и иностранных участников посетят эту выставку. На экспозиции представлены имена спортсменов, которые впоследствии стали чемпионами мира в различных видах спорта, уникальные артефакты и кадры-хроники, которые позволят прикоснуться к событиям прошедших и грядущих игр. Действительно, первый президент основал игры «Дети Азии», да? Оно сколыхнуло, да, не 10 человек, не 50 человек, а тысячи, сотни тысяч, так, якутян, потом россиян, потом мира. Понимаете, это именно идея, которая воплотилась в реальность. Выставка открыта для свободного посещения. В историческом парке «Россия. Моя история» вы не только можете посетить мультимедийные выставки и различные мероприятия, но и приобрести на свой вкус книжную и сувенирную продукцию в музейном магазине. Здесь вы найдете многообразие товаров, включая новинки об истории Якутии. Многое, что присутствует в этом сувенирном магазине, и книги, и какие-то сувенирные продукции, она довольно уникальна. В ней приложены наш труд и наши идеи творчества. Вот. Книги, которые здесь представлены, их, наверное, больше нигде не купишь, потому что это специальный заказ, авторские работы. И вот буквально месяц назад мы выпустили книгу «Тайны якутских фамилий» камчатского автора. Это, собственно, казацкие фамилии, которые шли навстречу солнцу. Вот, еще с 18 века, и которые сегодня широко распространены в Якутии, и дошли до Камчатки, до Русской Америки, Охотского края, ну и, как говорится, до всех дальних рубежей нашей России. Ждем вас в историческом парке «Россия. Моя история» по адресу Уткина, 5.